Привет, друзья! В России началось серийное производство дронов вертолетного типа «Термит». Дрон разработан производственным предприятием «Стрела», которое входит в компанию «Кронштадт» и впервые показан в 2021 году. Беспилотный ударный боевой мини-вертолет МДП-01 «Термит» является аналогом гражданской версии дронов Smart Heli 350. Новый дрон оснащен обзорно-прицельной станцией, системой управления вооружением и тремя ракетами С-8Л концерна «Калашников» с лазерной головкой самонаведения калибром 80 мм. В России это первый беспилотный вертолет с ракетным вооружением. Ракета С-8Л создана на базе неуправляемых авиационных ракет С-8, которые использует авиация России. В отличие от ракет С-8, в ракете С-8Л установлена полуактивная головка самонаведения с осколочно-фугасной боевой части. Дальность применения ракеты до 6 км. Предполагается, что оператор дрона, обнаружив цель, ставит ее на сопровождение по лазерному лучу, после чего дрон действует автономно с помощью искусственного интеллекта, выбирая сам время запуска ракеты на основании расчета высоты и дальности. Дрон «Термит» может развивать скорость до 150 км в час, радиус его применения до 300 км, время полета до 6 часов, на высоте до 3000 метров. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.